За витаминами и микроэлементами на ярмарку. В Йошкар-Оле открывается выставка-продажа меда из Башкирии, конфитюры и продуктов пчеловодства. Пасека Монастырской в столицу Мариэл привезла 30 лакомств. Медовый урожай этого года попробовала и наша съемочная группа. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу пойдет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. И действительно, даже спустя несколько десятилетий одной из самых полезных сладостей остается мед. 30 сладкого золота можно будет приобрести на выставке продажи от пасеки Монастырской. Весь мед урожая 2017 года. Есть особые сорта и для мужчин, и для женщин. Так, для женского здоровья специалисты рекомендуют мед с маточным молочком. Мужчинам лучше выбирать темные сорта с горчинкой. Осенью от резких перепадов температур многие люди болеют. Так вот, для профилактики простудных заболеваний мы рекомендуем мед с прополисом. А мед с живицей поможет вам при кашле. Мы также не забыли о людях, страдающих на сахарный диабет. Это меда, которая улучшает работу поджелудочной железы. Расторопша, акация, кориандровый. Один из самых популярных – мед с пергой. Его еще называют перговой пастой. Считается, что он помогает укрепить иммунитет и защитить организм от многих болезней. А акациевый мед богат микроэлементами и до 2 лет не засахаривается. Постоянные посетители говорят, мед в чай – семейная традиция и лучшее средство от всех болезней. Особенно полезный – король всех медов из дупла диких пчел. Он собирается в экологически чистых районах Башкирии из дупла дерева. Дикий мед хорошо нормализует работу щитовидной железы, выводит холестерин, лечит варикоз, чистит сосуды и очень долго не кристаллизуется. Наступил сезон простуд, я решила приобрести мед. Здесь очень удобно, что можно не только его купить, но прежде попробовать. На выставке продажи от пасеки Монастырской, которая откроется в эту пятницу, не только янтарное лакомство будет литься рекой, но и будут представлены самые ценные дары природы. Травяные сбитни, свежее нерафинированное подсолнечное масло, перга, пыльца и, конечно, ягодно-фруктовые конфитюры. Посетить ярмарку меда из Башкирии можно в ДК имени Ленина по адресу машиностроителей 22А. Продлится она с 27 октября по 5 ноября. Время работы с 10 до 19 часов. И еще приятный сюрприз покупателям банка лугового меда в подарок. Подробности у продавца-консультанта.